Вот иду, сказал он, звезды расступились, и до края неба возвещалась весть тайного воплощения. Ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным в простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для кого родился, изгнан был за стан, чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан. Чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан. Чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан.